Привет всем, меня зовут Том. И добро пожаловать. Сегодня я хотел бы посмотреть на такую игрушку под названием Grave. Это вроде как инди-хоррор, но не обычный инди-хоррор, а с открытым миром. Ребят, вы уже сейчас можете видеть, что тени здесь просто шикарны. И знающие люди, ну то есть не просто знающие люди, а люди, которые много играют в игры и разбираются хоть немного в движках, сразу же определят вот в этих тенях, вот в этих текстурах движок Unity. Вот, и... В общем, тот же самый движок, что, ну, на котором сделана игра Rust. В общем, я надеюсь, что вам понравится, я надеюсь, что мне понравится. Это всего лишь демо-версия, это не полная игра, то есть просто демо-версия, которую выложили на Kickstarter и которую можно поддержать там же, эту игру, поддержать разработчика, вот, денежно поддержать разработчика. Вот, здесь написано, что это всего лишь демо-версия, и она никак не похоже на финальный продукт или типа того, в общем. Просто, что по вот этой вот демо-версии не стоит судить, если тут будут какие-то баги, будут какие-то зависания или что-то еще, в финальной версии этого может и не быть. В общем, давайте начнем, ребят. Play normal. Нажимаем. Я не знаю, что тут нужно делать. Мы со всем этим будем разбираться с вами по ходу дела. Вау. Уже сейчас я могу сказать... Просто вау. Здоровье у нас на 100%. Так, сейчас я немного DPI понижу. И окей. Можно идти. Вы только посмотрите. Вот эти вот частицы, это все очень круто. Вот эта вот летящая пыль. Что за... Yes? Что за... А, это я хожу. Посмотрите на текстуры. Это просто офигенно, ребят. Просто шикарно. Итак, если что-то будет здесь страшное, ребят, я сразу вам говорю, что я не буду сдерживать своих криков. Вот. Ну, это я, как обычно, я всегда так предупреждаю, когда играю в хоррор-игры. И поэтому... В общем, ладно, пойдемте подойдем к этому колодцу. Что там будет, интересно? Что у нас тут есть? Ой, надеюсь, скримеров никаких не будет. Надеюсь, просто игра возьмет своей атмосферой. Все как обычно, на пробел прыгать. Правда, не так уж высоко, как видите. Вот. И... А на shift бегать. На Ctrl не присаживаться, на C присаживаться, окей. В общем-то, в этот дом мы сейчас с вами зайдем, посмотрим, что там. Вы только посмотрите на эти тени. Вы только посмотрите на эти цвета, это просто, просто шикарно, потрясно и прекрасно. Серьезно, ребят, посмотрите. Ух ты, на правую кнопку мышки можно приближать. Окей, что-то я боюсь заходить в этот дом, давайте зайдем. Все хорошо. Можно эту бурю переждать здесь, но... нет, мы этого делать не будем, потому что это всего лишь демо-версия, это... Что такое? Эта демо-версия, она призвана для того... Ой, она создана для того, чтобы показать нам просто, на что способен автор. Ну, то есть, разработчик. Вот, она показывает инвесторам, на что способен вот этот автор, на что будет похож конечный результат и типа того. В общем, вы все сами знаете, что такое демо-версия, чё я вам объясняю. Со второго этажа вид просто шикарный. Там у нас какие-то рельсы. Мы пришли оттуда вроде как. Да, давайте пойдем туда. Пока что я могу сказать, что... The fuck! Игра просто красиво, просто офигенно. Спичка. Окей, я могу кинуть, значит, спичку. Телевизор, надо тебя выключить. Или давайте подожгем его. Гори, телевизор. Так, окей. Фух. Всегда, кстати, страшно в ужастиках. Когда играешь в ужастики, всегда вот, знаете, заходишь в комнату, если там есть телевизор, и если там темно, хорошо, что тут не темно. И если в комнате темно и работает телевизор, это, блин, пугает похлеще всяких скримеров. Что за херня? Это что такое? Тихо, что это такое? Охренеть, это что такое было? Блин, вы видели, ребят, тут небоскребы стояли, офигеть. Так, ладно. Пофиг на небоскребы. Пофиг, в доме в этом ничего мы не нашли, кроме спичек. Но эти спички, я думаю, нам понадобятся для того, чтобы освещать пещеру. Вот, то есть, освещать свет, чтобы был свет. Чтобы мы видели, куда мы идем.
рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так, что у нас здесь? Вау, здесь у нас резко... резко поменялись цвета в игре. То есть все рассчитано на то, чтобы здесь вот так вот смотрелось. Это очень круто. Да, это очень-очень круто. Так, тут у нас спички. Мы, видимо, их можем бросать. Давайте бросим. Надолго ли ее хватит? Вообще, вот в реальной жизни вы бы бросили спичку. Как вы думаете, она бы у вас так горела? А, то есть, ну-ка. Может, поджечь можно? Нет, увы, нельзя. Activate. Активировать на Е. Окей. Тут у нас что? Тут у нас что? Что у нас тут такое? Там... я что-то вижу через, кстати, через вот эти вот щелочки. Здоровье. А-а-а! Смотрите. Если мы встанем на спичку, то здоровье будет тратиться. Ну, по-моему. Либо это просто у той двери здоровье тратилось. Ну, то есть, когда мы стояли рядом с этой дверью. Да, все-таки от спички, посмотрите. То есть спичка реально может обжечь. Окей. Пойдемте дальше, посмотрим, что тут в пещере. Все сделано просто шикарно. Просто офигенно. Просто офигенная графика. Офигенные тени, офигенное освещение. Я просто не вижу пока минусов у этой игры, честно говоря. Даже музыкальное и звуковое сопровождение, оно просто идеально. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё за херня? Бежим! Блин, назад нельзя. Черт возьми, что делать? На. На, держи, сволочь. Так. По-моему, звуки отсюда доносились. Давайте к этой двери подойдем. Может быть, ее открыть можно? Нет, нет, нельзя ее открыть. Черт, дери эту дверь. Так, а как насчет? Музыка, черт, не надо. Что-то было. Так, тут ничего. Видимо, в конечной версии мир будет полностью открытым, ребят, я так думаю. Офигеть, посмотрите, где это мы? Тут у нас еще спички, видимо. You already have matches. Вы, у вас достаточно спичек. Так, а что делать? Окей. Ой-ой-ой, тихо, аккуратно, спокойно. Нам, видимо, нужно перебраться как-то на ту сторону. Сколько у нас спичек, господи? Так, а, нет, 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 увы, увы, увы. Я думал, нам надо туда перебраться, но вообще все на это указывало на самом деле. А тут вот так вот схитрил автор, называется. Вау, посмотрите, только посмотрите на этот свет. Просто идеально все. Так, ну, видимо, по тем лестницам нам нужно будет подниматься, но не так, как я думал, что нужно спрыгнуть. Тут нужно всего лишь просто обойти. Ветер. Да, вот. Вон там вот мы стояли только что с вами. Сюда нам нужно подняться. Что за... что за звук? А, это он когда с лестницы, видимо, спускается. То есть, ну... поднимается по лестнице и куда-нибудь... поднимается, и такой вот звук характерный. Так, тут у нас что? Это, видимо, шахты какие-то были, или типа того. Вау. Вау. Нет, идем дальше. Так, и опять. Опять свет поменялся.
Можно пойти туда, там что это там такое? А можно пойти туда. Куда же мы пойдем? Так, я думаю, там ничего нет. Демо-версия у нас получилась такая, как бы... Ну, получается, вернее, такая... Как бы вот есть у тебя выбор, но на самом деле его нету. То есть иллюзия выбора. Потому что... Можно пойти туда, но там ничего нету. И все-таки приходится тебе возвращаться туда, где что-то есть. Опаньки, какие звуки. Так, а там что? Поджечь можно, может, давайте закидаем эту... Что это такое-то? Электричество. Там что-то есть впереди. Ну-ка. Офигенно, звуки, все просто... просто обалденно. Что у нас тут такое? Вау. Что за херня? Что за... Фух. Надо закидать это все спичками. Офигеть. Ладно, пойдемте в тот город. Посмотрим, что там. Посмотрите даже на траву. Блин, как она идеальна, ребят. Мне просто нравится, блин, просто нравится даже здесь. Просто бегать по этому миру. Правда, я не очень понимаю, почему инди-хоррор. Ну, то есть, пока таких прям страшных вещей каких-то мы с вами не увидели. Колокольня. Но надо сначала зайти в этот сарай. Я думаю. Потом в тот сарай. Вау, что это там такое? Батарейки? Вау, понятно. Значит, мы можем теперь сжечь это все. Ой-ой-ой, фу-фу-фу. Что такое? Что такое? Что зеленое все? Окей, давайте спустимся по-быстрому. Газовая канистра. Почему все стало зеленым? Почему? Вот, да, спички все-таки поджигают. Да. Давайте зальем здесь все и подожжем. Уходим. И бум. Все. Все, там подожглось, здесь подожглось. Все круто. Видимо, это все надо нам сжечь сейчас, нет? Это что? О, фонарик. А теперь у нас ночь, посмотрите. Батарейки для фонарика, видимо. Вот ночь это уже нехорошо. Блин, тут такая графика, что ночью очень-очень стрёмно тут даже ходить. Блин, и звуки такие страшные издаю, когда бегу. Так, ну тут, по-моему, ничего... О, можно делать направленно. Тут у нас есть генератор, который надо активировать, чтобы был свет. Что? Что за херня? Блин, я сейчас теней испугался вот этих вот, которые там на бочках сейчас. Ё-моё. Ну-ка. О, господи, что у нас тут? Это флайер. Флайеры. Так, мы с вами подняли флайеры, давайте кинем. Понятно. Что это тут такое? Что это такое у нас тут? Окей, флайер, значит, вот так вот горит. Что, что? Что такое? Что такое? Нахер бежим! Так, кинем флайер, посмотрим. У нас еще один есть. Офигеть. Ну, я думаю, там ничего уже нет, потому что мы в каждое здание зашли, и там просто пусто.
И снова у нас тут рельсы. Все. Что? Что это такое? Что это? Что за херня? Офигеть, ну-ка, может, фонарик, блин, изгонит эту хреновину. Даже у фонаря, блин, звук страшный. Чё за фигня? Вот теперь я понимаю, почему это инди-хоррор, блин. Блин, я аж подавился. Подавился своим страхом. Чёрт, а чё там пусто? Чё тут ничего нету? Может, дальше еще дома будут какие-то. Уходим мы все дальше и дальше от тех домов. Что такое? Что такое? Что за фигня? Что за фигня? The fuck? Нет, мы оттуда ушли только что. Все, бежим, бежим, просто прямо. Просто прямо бежим, бежим, бежим. Чё такое? А, всё-таки нас возвращает, да, смотрите? Всё-таки нас возвращает назад. Значит, может, что-то мы там не доделали. Пойдемте посмотрим, может, там что-то сжечь надо. Потому что у меня еще 53... Ну, то есть половина канистры. Наполовину еще наполнена канистра. Вот, может, что-то сжечь надо. Часовню я не хочу сжигать, церковь. Не хочу. Тут у нас что? Бочки с чем-то. Подожгем. Вот так. Все, бочки горят. А все-таки, что мы могли пропустить тут? Тут гробы. Окей, там крест. Может, все-таки... Нет, все-таки не надо поджигать. Или, может, подведем просто вот так? Может, подожжется веревка? Нет, веревка не хочет поджигаться. Уходим. Вы только посмотрите, какой свет. Просто идеальный свет, ребят. Просто обалденно. Тут у нас фонарь. Что такое? Что за херня? Что за херня? Поджигаем это всю нахрен. Поджигаем нахрен. Где? Где спичка? Спичка. Поджигаем нахрен. Все. Тут. Фух, фух. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Черт возьми. Окей, ну что-то тут, правда, ничего не поджигается. Фиг пойми. Ну давай, иди сюда! Ой-ой-ой, а он правда идет на нас. Ты чё, охренел, говнюк, что ли? На тебе! На! Я убил его! Я убил его! Охренеть! Где? Давай, следующий! Батарейки, черт возьми! Сволочь, подлюка! Опаньки, чё я вижу? Посмотрите, ребят, там что-то есть. Вот, а я-то думал, что тут нифига не open world. И что тут... Ну, чисто, что демо-версия. Просто показать... Охренеть, их тут несколько! Вот почему игра называется Grave. Типа про трупы. Так, надо бежать от этого. Что это за хреновина там со спорами на животе, блин, за нами бежит? О, черт, его нельзя убить. По-моему, его нельзя убить. Так, а что если... Что если... Что если мы сделаем так? Чёрт!
Так, все, я снова здесь, но почему-то... Почему-то сейчас не ночь, и, видимо, тут как-то рандомно все это делается. Так, давайте возьмем канистру. Так, что-то... И где тот ублюдок, который нас убил-то, а? Сволочь потлатая. Так, батарейку возьмем. И давайте поднимемся наверх, посмотрим. Что у нас там? У нас тут батарейка. Хорошо. Батарейка нужна. Прыгаем мы не очень так круто. Поэтому перепрыгнуть нам не удастся, я думаю. Так, ну давайте тогда зайдем в соседний дом. Зачем я так оббежал, блин, вокруг просто. Так, ух ты, сколько тут флеш. Флешек, флеер. Флайеров, фраеров. Флешбэнг, нифига себе. Вот это клево. Так, здесь у нас что? Тут у нас ничего. Так, ну я не знаю больше, куда идти. То есть можно вот здесь вот побегать просто. О, вот и ночь. Вот и ночь наступила. Вот и наступила ночь. Наверное, флешбанг нужно использовать вот на них. Вот так. А, нифига. Нифига подобного. Черт возьми, они бегут за мной. Они бегут за мной. О, блин! Сколько же их тут? Там мы были. Черт возьми, надо в церковь. Может они... Ой-ой-ой, не смогут зайти, может быть, нет? Черт, как темно. Черт, как сколько их тут? Офигеть, офигеть! Сволочь, сволочь, умри! Так. И куда это мы прибежали? Мы снова здесь же. Блин. Так, я вот там вот вижу здание. Честно говоря, я не помню, чтобы оно там было и чтобы я в него заходил. А тут еще были где-то здания. Черт, я не понимаю, что тут происходит. Тут, по-моему, все всегда меняется. Если я не ошибаюсь, то это так. О, да это же Тель-Авизер. Тель-Авизер. Что ты тут делаешь, дружище? Так, давайте-ка я пойду, отойду, наверное, немножечко от этого Тель-Авизера. Зайдем в это здание и посмотрим, что тут есть. Мы все-таки тут были. Это ведь самое начало. Это же самое сам... В смысле, да, подождите-ка. Это ведь... Ой, то есть, ну, не начало, как бы... Черт, я не понимаю, где я. Как-то включить его, выключить? Нет, нельзя. Так. Может быть, сбегаем туда? Что там? Тут у нас могильники, куча могил. Или что это? Ну, в общем, какие-то холмы. И когда мы начинаем по этим холмам бегать... Все, начинается ночь, и зомби вылазят отовсюду. Ну, нафиг эти холмы. Давайте побежим в ту сторону и посмотрим, что там. По-моему, я сквозь этот туман что-то вижу. What the fuck? What the fuck? Что это за херня в пустыне? Черт возьми, у меня мираж, ребят. Мираж. Ну, не группа, а мираж в пустыне, когда без воды долго находишься. Вы знаете, что это такое. О, что это? Светильник! Братюня! Еще свет... Еще... Ой-ой-ой, давайте... Офигеть! Все, давайте теперь смотреть телевизор, да? Чертов телевизор, чертов ящик! Гори! Гори же ты! Окей. Лес.
И куда же тут идти теперь? М? Кто-нибудь скажет мне? Ну ладно, пойдемте в ту сторону. Посмотрим, что здесь. А, тут у нас уже бродят зомби всякие разные. И это не очень круто. Так, а как насчет пойти назад, вернуться в ту деревню? Тоже плохая идея, потому что везде шастают зомби. Ладненько, а что это за вздохи? А вот что это за вздохи, черт дери эту штуку! Иди в задницу, черт тебя возьми! Так, там что, там телевизор. Там есть еще какая-то деревушка как будто. Да, это они поднимаются со своих могил. Окей, все, бежим. Бежим, да пошел ты, отвали. Отвали ты тоже. Господи, все отвалите от меня. Это что там такое? Что они там делали? Господи, боже мой. Куда мы попали? Куда я попал? Куда я попал? Бежим, 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 бежим. О, черт, 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 черт. Черт, все, просто бежим. Я надеюсь, туда можно? Или мы оттуда пришли? Черт, я даже забыл, откуда мы пришли, господи. Сейчас, если увидим пункт сохранения, то значит, мы отсюда пришли с вами. Да нет, смотрите, там какой-то большой город. Значит, все-таки мы тут не были. Да, мы тут не были явно. What? Thank you for playing the grave demo. If you liked, grave demo. If you liked the experience, consider supporting us on Kickstarter and Steam Greenlight. Greenlight. Visit gravegame.com for more. В общем, видимо, прошли. А, тут еще походить можно, нифига себе. Так, здесь что написано? Найдите больше информации о Grave вот на вот этих вот сайтах IndieDB, Facebook, Grave Game и на самом сайте Grave Game. You may return to the main menu or restart at any time from the pause menu. Окей, если захотим снова поиграть, то можно нажать на это все вот отсюда, вот на Escape. То есть нажимаешь и все. В общем, нет, снова мы играть не будем. Мы посмотрели, что это за игра. Честно говоря, ребят, игра мне очень понравилась. Но, ну, как-то она не очень такая страшная получилась. Но вот некоторые моменты, да, было, что пугает. Вот, честно говоря, если вот именно на таком же движке, то есть это Unity, да, если вот именно с этими же красками и с этим освещением, вот именно со всем, что здесь есть в этой игре, вот, кроме вот этих вот зомби дурацких, которые, чертов, только свет убивает, как в этом, как в Alan Wake, вот, и если бы взяли все это и перенесли бы в какую-нибудь шикарную игру, то есть если была бы идея создать какую-нибудь песочницу, то было бы очень круто, было бы просто неимоверно круто. Мне кажется, было бы похоже даже чем-то... Скоро Forest игра выйдет, вот. И я очень ее жду. И мне кажется, похоже было бы на Forest, потому что там графика просто шикарная, и здесь тоже графика просто шикарная. Ну, в общем, что-то я заговорился, ребят. Игра классная! Если хотите поддержать разработчика, вот, поддержите, конечно же. Я думаю, полная игра, когда выйдет, она будет просто шикарной. Мир здесь меняется, какие-то пасхалки повсюду. Я не понимаю, какой-то оазис появился посреди пустыни. В общем, ладно. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, скидывайте видео друзьям и подписывайтесь, если вы не подписаны. Вот, и еще можете зайти на Kickstarter или на Steam Greenlight и, в общем, поддержать разработчика, поддержать саму игру. С вами был Том. До следующих видео, ребят, до следующих видео.